Суть проекта Lake Trail – оббежать любую городскую реку или озеро за короткое время. Фиксирует и выдает конечный результат специальное приложение. Автор идеи – житель Екатеринбурга Антон Жиганов. До начала пандемии он был организатором горных марафонов на территории Урала. Любители спорта на скорость бежали по вершинам и скалам. А когда собираться большими группами стало запрещено, он запустил новый проект, чтобы, несмотря на ограничения, люди не теряли ни интереса к спорту, ни дух соперничества. Вам будет приходить оповещение, что вы там улучшили свой результат там настолько-то. Если, допустим, ваш друг обогнал вас, вам тоже придет уведомление о том, что, извините, вас обогнали, и это будет мотивировать вас. Эти проекты – участники федерального конкурса «Ты в игре», который стартовал в конце прошлого года. Присоединиться может любой. Главное условие – замотивировать обычных людей регулярно заниматься спортом.